Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом омолаживающей маски, которая легко заменит ботокс и пластику, но при условии, что маску нужно делать регулярно, а не время от времени по настроению. И чтобы сделать маску, которая будет разглаживать морщины и подтягивать овал лица, необходимо взять одну измельченную таблетку кофеина, одну столовую ложку сметаны, одну чайную ложку оливкового масла и одну чайную ложку кукурузного крахмала. Перемешайте все компоненты, чтобы получилась вот такая вот густая, кремообразная, однородная консистенция. И затем нанесите эту маску на все лицо, на шею и на декольте. А под глаза нанесите каплю чистого оливкового масла. А если вы хотите усилить действие этой маски на кожу, то закройте ее сверху пищевой пленкой. Потом через 20 минут смойте маску чуть теплой водой и нанесите на кожу увлажняющий крем. И делать такую омолаживающую маску необходимо 2 раза в неделю. А перед первым применением новой для вас маски предварительно сделайте тест на аллергию на сгибе локтя. И этим правилом я вам не советую пренебрегать.